Так, посмотрите, какую вкуснятину и красоту нам принесли. Мы заказали 4 сета. Это у нас первый сет, идет мясо, жареное с креветочками. Это будет Димка у нас кушать. Очень хороший сет. Посмотрите, панчан здесь какой, рис, кимчи, капуста. Офигеть. Так, второй сет. Это я заказала уже нам тоже с Димоном угря. Вот этот угорь очень аппетитный, посмотрите. И к нему тоже идет вот такой панчан. Редька, кимчи, капуста. И что хорошо, здесь еще идут бульончики. Вот этот сет стоит 15 тысяч вон. Второй сет наш тоже стоит 15 тысяч вон. Сейчас нам принесут еще 2 сета, и мы будем снимать мукбанг. Вот, нам принесли еще 2 сета. Теперь мы еще заказали 2 сета сашими. Смотри, Димка, я тебя на видео снимаю. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, вот этот вот сет сашими. Ну-ка, Дима, такой прикольный. Здесь он находится вот в такой деревянной штучке, вот так вот. Представляете? Да, здесь ручка. Да, да? Все как-то по-старинному, вообще прикольно. Он-то кто-то мешает, да? И здесь я второй сет заказала тоже вот такой сашими с лососем и тоже с кучей панчанов. Здесь получается у нас картошка, пай, крабы и лосось, и супчики, еще вот так вот. Но самое прикольное, это вот эта штучка деревянная, офигеть. А это что? Это у нас салат с капустой, с майонезом. Она не горькая? Здесь, вот в этой деревянной штучке, да, так красивенько все разложили, посмотрите. Обалдеть. Ай, наш Димончик. И вот так вот мы будем сейчас объедаться 4 сетами. Посмотрите, какая красота. Обалдеть. Друзья, всем приятного аппетита. Сейчас мы будем с вами есть эти вкусняшки.